Глория любила класть еду на лицо. А, пошел вон! Но какое-то невкусно. Алло, противная псина лицо мне облизала. Си-Джей, ты куда? Ты должна играть здесь. Рассказывай все потом. Отвали! Не ходи туда! Си-Джей, назад! Потому как он дышал, я понял, что Итан напуган. Что ты творишь? Слушай, я перезвоню. Си-Джей залезла в загон к Линусу. Она могла пострадать, Глория. Бейли ее спас. Да что ты говоришь? Пса теперь по телеку покажут. Его зовут Бейли. Огромное тебе спасибо, пес-босс.